Пунцовая гроздь рябины, торшера молочный свет, на черном лицо Марины, еще до изгойских лет, рябиновый куст, кровинка, когда-то отрада глаз, цветаевские поминки справляются в первый раз. Закрыты глаза пианиста, как сон от земли отрыв, и взмах его рук неистов, и весь его торс порыв, и сердце, как в детстве ранено, как будто воскресли вдруг вселенские стоны Скрябина из маминых тонких рук. Справляется день Марины, справляется, верь, не верь. Поминки ли, именины, не все ли равно теперь? Пусть там, в межпланетной хляби, ей все это ни к чему. Звучите, маэстро Скрябин, как в детстве в ее дому. Быть может, как сон, как небо, слетающий из чьих-то рук под сводом чужого неба, ей слышался этот звук. Я слышу, как долгим стоном вдогонку ей мчится он за черной змеей вагонов в последний ее загон. И сцена все меньше, уже, и вот уже зал не зал, а только стеклянный ужас в зеленых ее глазах. Секунда, и пальцы сжали спасительный адский шнур. Уже вне сознания Аля, уже за пределами мур, откинутый столик шаткой и гвоздь на стене, как сук, повисший, как перчатки, разжатые пальцы рук. Измятый кухонный фартук неловко спадает с плеч. В финале какого фарса ее захлебнулась речь? Ах, если б ты знал, Сережа! Ох, где же ты был, Борис? Остановись, прохожий! Прохожий, остановись, не слушай слова уловки и правду, как крест неси. Цветаева на веревке над русской землей висит. Летите по небу, птицы, звоните колокола, поэты, закройте лица, она среди вас жила. Как мало она.
она просила, за все, что взахлеб дала. Не стыдно ли тебе, Россия, за то, что вот так ушла? На сцене горит рябина, речам рукоплещет зал, на черном лицо Марины, с толпою глаза в глаза, как будто бы шепчет: Боже, и все уже позади, не уходи, прохожие, прохожие, не уходи, меня никогда не будет, но я ведь с твоей земли. Спасибо, спасибо, люди. Спасибо, что вы пришли. Это стихотворение Аллы Александровны Рустайкис. Оно написано было в 1982 году, к 90-летию со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой, когда впервые, ну так, публично отмечались Цветаевские дни. Ну а теперь мы каждый год уже собираемся и здесь, и в Тарусе, и во многих городах. И во многих городах России и мира зажигаются цветаевские костры. День рождения Марины теперь отмечается как праздник. Красной кистью рябина зажглась, падали листья. Я родилась. Гроздья красные рябины, золотое чудо дня. День рождения Марины, день рождения меня. Все поэты одиноки, но важна иная связь. Не прочти я эти строки, и душа не родилась. Не прочти я эти строки, и душа не родилась. Я была бы комом глины, веткой хвороста сырой. Без огня моей Марины я была совсем другой. Но я явилась и воскресла, подарила мир и жизнь. Увела в такие бездны, подняла в такую такие бездны, подняла в такую пыль. И слились в одном течении и восторг, и страсть, и грусть. И за все ее мучения я сегодня помолюсь и благословляю снова за поэта быть ее.
небо, подарившее нам ее, и благословляю снова за поляна бытие. Тень лунного слова, подарившее нам ее, тень лунного слова, подарившее нам ее. Что это замечательное стихотворение написала Ольга Григорьева, поэтесса из Павлодара. Замечательная поэтесса, лауреат Цветаевской премии, автор многих-многих стихов, посвященных Марине Цветаевой.